С вами основной персонал и... Ну... Ладно, и флангики, короче, мы сегодня будем разбирать. Плохие намерения забирать сейчас будем. Да. Так, давай, живенько. Ты не туда пошел, мне кажется. А вот это все, что нам для побега нужно. Два пластиковых красных ключа и облегченных резаков. 6 дней. О, да, вижу. У меня тоже. Ладно, давай. Бежим. Это так смешно, ребята. Да, видите, какой огроменный ключ. Виталик, вверх. Все. Виталик, побежали. Какой стоять? Побежали. Ой. Сюда. Работа как на луне. Теперь в самый низ. Самый низ? Да, вниз. А ну, подожди, стоп, я проверю. А, не, вниз. Вниз! Виталик, вниз! Я немного ошибся, не тут. Не тут. У нас ключиков хватит? Хватит, все хватит. Не беспокойся. Сейчас теперь наверх. Виталик, сюда. Да. На, можешь одеть, если хочешь. Если что, я отключу, хорошо? Ну, чтобы нас не было слышно. Если что, я сейчас починю ее. А как ее чинить? Я у баллоны? Да. На самом деле нет. Ладно, короче. Давай я сбегаю. Не надо. Ладно. Ну все, побежали. Виталик, можешь чуть-чуть помолчать? Все, молчи, Виталик. Погружение. Три охранника. Нигде не видать этой подлодки, сэр. Да, мы угнали подлодку, и они теперь ищут. А видел мы... А? Нет, не нужны, оказывается. Оказывается, нет, не нужны. Виталик, мы угнали чей-то подводную лодку, и они там искали. Мы рядом с ними проплывали. И у меня новый... Смотри, у меня 91.84, и у меня пожизненное. Все, меня посадили навсегда в тюрьму. Пожизненное. Смотри, у меня 91.84%. Пожизненное. А если а у тебя что? У меня пожизненное. Ладно. Во, плохие намерения. Мне остается только один побег. А ну, сейчас посчитаем. Сейчас посчитаем. Раз. Два, три, четыре. Какую? А я не всеми побегами. У меня остался мусоровоз свободы. Тогда я получил такую вот шапочку. Эх, прикольно. Остается 4 побега. Ладно, остается мне 4 побега. Один для одного это мусоровоз свободы, и для двоих это быстро вертолет, гроза чудовищ и осадных дел мастера. 4 побега мне остается. А у тебя сколько? У меня сейчас посчитаю. Давай это прощаться, Арсений. Ладно, с вами был Снова Проснал. Если что. Да. Если что, если вы захотите подписаться на Мастеркей, ну, на этот Флангикей, скоро высветится вот это, ну, уже высветилось вот это вот слева вверху, видите, такой значок Виталикин. Ладно, всем удачи, всем пока.
Па-па-па-пока. Всем па-па-пока. Пока. Да? Всем пока. Ладно. А вот так у тебя 91.84 или сколько? Ну я немного... Я немного обгоняю Виталик, так что... Ладно. Всем удачи, всем пока. Ну, все на этом все, потому что все.